Дай мне, брат мой, пояснение, чтобы я знал, где и когда было первое служение в честь Христова Рождества. Там, в далекой Палестине, древний город Вифлеем существует и до ныне. Это, брат, известно всем. На поля у Вифлееме сотни лет тому назад, пастухи ночное время у овечи били стад. Осветилась ночь темень, ангел Божий весть принес. Поспешите, в Вифлееме вам рожден Господь Христос. А потом, чтоб каждый слышал, подтверждая эту весть, слава, слава Богу Вышнему, ангелу звучала песнь. Это песнь о Божьем Сыне. Так свершались торжества. Там, в далекой Палестине, честь Христова Рождества. Горы с неба пели песни, ангел Божий говорил, пастухи внимали вести, что рожден Эммануил. Празднуют все христиане рождение Христа с тех пор. И сегодня здесь собрание, пусть его прославит хор. Аминь.